всем привет. Представляете, вот только позавчера, то есть буквально пару дней назад, я вам сделала вот это видео о первом снеге, и на улице было -3, -4, а сейчас, вы не поверите, сейчас -20. То есть буквально через день, вчера вечером, это шандарахнул мороз, и я планировала после обеда прогуляться до центра города и посмотреть, какая там красота. Там же тоже все в снегу. Может, центр сказали, что почищен, а деревья-то стоят красивые. Ну, я и пошла. Кстати, сейчас я пошла не туда, куда надо. Тропинка меня завела. Это я на кольце, вот у меня за спиной кольцо. И я так поняла, что я, конечно, упаковалась, очень тепло, но настолько солнце. Сегодня солнце садится. Я работала и прозевала момент, когда вообще было солнечно. И такая, думаю, выйду часа в 3. Но не получилось, потому что работа навалилась, я вышла попозже, и солнце уже садится. Представляете, какая погода и какое... Ну, остался месяц, даже меньше месяца до самого короткого дня. Фух, видите? Мороз, мороз, самый настоящий мороз. Я уже... Знаете, это все так неожиданно, я отвыкла от мороза. Короче, я пытаюсь выйти, я пошла по тропинке, думала, что эта тропинка выйдет куда-то правильно, но она не вышла и не вывела. Поэтому я сейчас пойду по асфальту. И хотела показать именно город, то, что... Ну, всю красоту нашего города. Хотя бы немножко, хотя бы полчаса, потому что мне надо в магазин. И заодно поснимаю все. Поэтому я сейчас переворачиваю в камеру, и мы пойдем гулять вместе, пока она не замерзнет. Надеюсь, не замерзнет. Ну вот, куда я пыталась пройти. Потому что здесь вот тропинка не утоптана. Думаю, да ну, наберу я полный. Ой, сейчас-то я рукавичку одеваю. Я в рукавицах, в перчатках невозможно гулять. В общем, мы пойдем в тропинке. Санки — самый удобный вид транспорта сейчас. Как вы видите, у кого есть санки, того везут. Ну, а здесь уже у нас вообще настоящая зима, да? И потемнело. Вот, то есть солнце уже присело куда-то там в стороне моря. И ощущение такое, как будто бы... Ну, вечер, хотя еще ж до вечера далеко, до глубокого. И вот скоро-скоро уже будут самые короткие дни и самые длинные ночи. Медленно-медленно подбираемся к 23-му, там, 22-му, и когда 24 декабря. А здесь вот это постриженные кусты. Я уже не помню, что они были зеленые, так быстро все это промелькнуло у нас и пролетело. Весь июнь-июль ничего не было, к августу что-то расцвело. А потом бах, уехали, вернулись, и вот оно тебе. Кольцо. Так, ну и пойдемте прогуляемся до Мегамага. Я хотела... Не пойду я до центра. Потому что у меня мерзнет нос. И щеки уже мерзнут. Знаете, непривычно с югов-то сразу бах и в мороз окунуться. Кстати, в городе стали ставить уже елки. Вот здесь тоже всегда каждый год елочка. Но сейчас еще рано. Пока здесь только гуляющие и курящие. Но елки уже ставят. Мы были на Пионерном. Ставят на Гагарина. Ставят в центре. На площади Космонавтов. В общем, скоро-скоро Новый год. Вроде как всегда в начале декабря открытие елок. Ой, снега по колено. Это же мы идем уже, и снег утоптан. И дороги уже почищены. Второй рабочий день. А мы с вами гуляли в воскресенье.
Ух, как было хорошо. Так, ну все, пока я телефон спрячу. Возле Мага хочу показать вам строящееся здание. Уже вроде как, ну, говорят, скоро доделают. Пойду посмотрю, когда собираются сдать. Очень надеюсь, что там будет большой торговый комплекс с кинотеатром. Очень хочется. Ой. Я дошла до Мегамага. Вот он, Мегамаг. Я сбоку, напротив площади Магаданской, где уже устанавливают елку, про которую я только что рассказывала. Уже большую часть ее собрали. Мы подойдем еще туда. А вот Мегамаг. Начало строительства было начато в 2016 году. И написано, что в июне этого года он должен был сдан. Ну, конечно, сейчас уже как бы на носу декабрь. Он не сдан, работы дофига. Но вот идут отделочные работы. Хочется уже, конечно, чтобы поскорее там что-то сдалось. Но тут еще много-много. Я посмотрела по плану. Такое вот помещение большое. Чего тут будет? Много чего будет. Ну, будем ждать, когда откроется, потому что интересно же. Вот он какую территорию занимает. Строит его заказчик Козлов. Директор. А директор строительства подрядчик Михайлов. Так. Ну, ждем, ждем, ждем. А пока пошли елку посмотрим. Пойдемте. Ой, нос щипит. Как хорошо, что я не пошла в центр. Представляете, в центр. Ой, у меня бы нос вообще отвалился. Я еще думала, ой, буду такая красивая, дойду. Такая вся... А потом глянула себя в кавер. Нос так красный. Вообще уже такая вся звезда снегурочная. Ух ты, уже привезли лед для строительства. То есть будут здесь фигурки, возле которых все будут опять фотографироваться. Здесь все завозят. А летом здесь идет торговля, ярмарка и выходного дня, и другие мероприятия. А сейчас вот так. Ну и наша елочка. Наша елочка, одна из елочек городских. Ух, красотища. Какая морозяка. Мужики стараются. Надеюсь, одетать тепло. Работают на морозе. Ой-ой-ой. Как говорится, не зря здесь пенсию дают 50 и 55. Давали. Потому что вот тяжелые все-таки условия здесь жизни и труда. Ой, и врут все. Про зарплату сегодня прочитала. 89 тысяч средняя зарплата в Магадане. Вот мне бы хотелось посмотреть на эту пылять, которая пишет такие вещи. Кто это высчитывает, какой-то средний, из каких это зарплат средний. Вот прочитала и удивилась, думаю, ну блин, может быть они там в мэрии и в правительстве столько получают, но среднее это население, ну 25, 35, ну 40, это если повезет с работой. Ой, кошмар, короче. Ну, остальные вообще живут на пенсию. И ничего, и не жужжим. Посмотрите, какое красивое небо. Боже мой, какая красотища. Вот картины можно писать. Прям такие мазки, да? Ну, вот солнышко быстро ушло. Вот еще в 2-3 часа дня можно было гулять. Сейчас нет. Нос уже замерзает, руки. Руки даже в рукавицах мерзнут пальчики. Поэтому я пошла в Мегамаг. А в следующий раз, когда будет потеплее, я, наверное, в следующий раз все-таки поеду на машине и буду выходить и снимать то, что нужно. Потому что уже в такую погоду не набегаешься пешком. Ну, разве что опять потеплеет. И когда будет тепло, конечно, я погуляю. А так только на машине. Так что следующее видео смотрите. Анжела за рулем. Так, все. На этом прощаюсь с вами, потому что руки отваливаются. Сейчас камерой помашу немножко. Ой. Так, ну все. Пока-пока. С вами была я. Замерзшая. Замерзшими пальчиками. Я Анжелина Джоли из Магадана. Я на белом листе нарисую цветок,
черной краской раскрашу его лепесток. Пьяный мастер наколет на левом плече тебе. Жаль, что я не увижу, ты так далеко. Магадан, заброшенный край. Магадан, запорошенный рай.